Физкульт-привет, друзья и ученики! Сегодня мы с вами поговорим о тяжелоатлетическом поясе, о том, стоит ли его применять, если стоит, то когда и какой, и в каких случаях не стоит прибегать к его помощи. Пояса бывают разные. Самый распространенный – это тяжелоатлетический, когда передняя часть уже задней. Следующий пояс – пауэрлифтерский. Его еще называют стронгменский, если так можно выразиться, потому что его используют стронгмены. Это когда он одинаково широкий со всех сторон. Следующий пояс – матерчатый, который бывает различных типов и модификаций. Есть различные корсеты с металлическими вставками, которые прописывают, когда у людей уже есть проблемы с позвоночником. Самый распространенный миф – что пояс способен вас уберечь от травмы. Нет, только грамотная техника и здоровая голова способны на это. Я не раз уже говорил, что фитнес-индустрия – это бизнес-индустрия. И в первую очередь ее интересует прибыль. Даже не в первую, а в единственную. Именно по этой причине в народ пошел и прижился миф о полезности и необходимости поясов. Но это не значит, что пояс бесполезен и не нужен. Нужен. Главное, необходимо четко понимать, когда и зачем. Скажу сразу, что нет ничего глупее, чем ходить от начала тренировки до ее окончания в поясе. Если только это не матерчатый, для поддержания тепла в пояснице. Туго затянувшись, им это не только бесполезно, но и опасно. Почему? Ответ очень прост. И понятен. Все вы знаете о существовании мышц кора. К мышцам кора относятся косые мышцы живота, поперечная мышца живота, прямая мышца живота, малые и средние ягодичные мышцы, приводящие мышцы, мышцы задней поверхности бедра, подостная мышца, клювовидно-плечевая мышца и так далее. Нас интересуют в данной интерпретации мышцы поясницы, мышцы пресса. Кор – биомеханическая зона центра тяжести. Мышцы кора – глубокие мышцы, которые пролегают рядом с позвоночником и обеспечивают его фиксацию. Так вот, многие из вас уже догадались, почему всегда и везде мы встречаем информацию о важности крепких мышц кора. Потому что благодаря именно этим мышцам мы имеем прочный мышечный корсет, который и обеспечивает нам безопасность позвоночника при различных нагрузках, движениях, при выполнении упражнений с отягощениями и без. Именно мышцы кора страхуют нас в опасных ситуациях. Что же происходит, когда человек носит пояс от начала и до конца тренировки? Верно, мышцы кора ослабевают, атрофируются, и в момент, когда нужна будет их защита, подстраховка, они не смогут вам помочь, не смогут отработать на 100%, как результат – грыжа или протрузия межпозвонкового диска. Как же использовать пояс, чтобы не ослабли мышцы кора, но в то же время получить подстраховку от пояса в тяжелых подходах? Как всегда, ответ кроется в самом вопросе. Использовать пояс только в подходах, когда вы тренируетесь на силу, и только в самых тяжелых, когда количество повторений не превышает 3 или 5. Все, что выше, необходимо делать без пояса, чтобы не ослабевали ваши мышцы кора. И вы должны контролировать данный вес именно за счет данных мышц. Но не заблуждайтесь, повторюсь еще не раз, что применение пояса – гарантия отсутствия травмы. Нет. Только идеальная техника способна на это. Именно поэтому мои ученики по нескольку месяцев разучивают технику, пока она не запишется им на подкорку. Говоря современным языком, на вас жесткий диск. Многие уверены, что пояс способен уберечь их от любых ошибок и глупостей во время тренинга. Это большая ошибка и заблуждение. Многие не соглашаются со мной по поводу данного вопроса. Но, ребята, лично я и многие мои друзья делали приседы и становые тяги с такими весами, с которыми многие из вас никогда не смогут сделать
практически всегда мы делали это без пояса вообще. Я знаю лично многих серьезных проатлетов, в том числе и в пауэрлифтинге, которые до 300 кг в приседе и в тяге вообще не смотрят в сторону пояса. Когда я тренирую спину, я люблю использовать матерчатые пояса для поддержания постоянной температуры в пояснице и страхуя себя от сквозняков и холода при кондиционерах, которыми напичканы современные залы. Многие думают, что это здорово, но лично я больше люблю тренироваться в зале, где жарко, нежели в зале, где холодно. Ибо первый вариант – враг силы. Да, холод – враг силы и, естественно, может быть причиной ваших травм. Если спросить большинство людей, посещающих тренировки, какое самое опасное упражнение для поясницы? Больше 50% скажут, что приседы. Другие 50% обвинят становые тяги. Но ошибутся и первые, и вторые. Самое вызывающее травмы в виде грыж и протрузий поясничного отдела позвоночника – это подъем штанги на бицепс. Да, не удивляйтесь. Вы только понаблюдайте за техникой выполнения данного движения большинства людей. Тупейшие раскачивания в поясничном отделе вперед-назад создают инерцию, и людям, естественно, становится легче создавать иллюзию прокачки бицепса и тешить свое эго большим весом на штанге. Но в итоге нет работы бицепса, но есть перегрузка в поясничном отделе, которая и приводит к травмам. Так что же, исходя из логики большинства, нужно использовать пояс в данном движении и не будет травм? Конечно, нет. Необходимо отработать грамотную технику, и только тогда можно будет избежать проблем с позвоночником. Что же касается пояса, то я бы советовал его использовать в данном движении даже больше, чем в приседах и тягах. Но опять-таки, только в тяжелых подходах на 5-6 повторений. Если кто использует в данном движении данное количество повторов. Очень важный момент касается тех, кто уже получил травму. В 99% случаев доктора советуют носить корсеты, но это не есть хорошо, и вы уже сами понимаете почему. Нам нужно создавать второй позвоночник, не побоюсь этого выражения, в виде мощного корсета мышц кора. А корсеты пояса только вредят этому. Единственный случай, когда корсеты необходимы, это когда вы после процедур вытяжки и опасны малейшие неловкие движения. Но лучше переждать это время, просто лежа дома. Основная задача всех и здоровых, и тех, у кого есть проблемы с позвоночником, это создание мощного комплекса мышц кора. Это единственное, что реально страхует и оберегает наши позвонки. Еще один миф, о котором хотелось бы поговорить, это то, что пояс способен уберечь от большого живота. Тоже придумала фитнес-индустрия. Но это чушь. Любой здравомыслящий человек понимает, что живот растет у тех, кому надо бы зашить рот. Если ты жрешь как свинья, то не надо свой свинячий живот оправдывать подобными глупостями. Посмотрите на современных профи. Они тренируются с поясами и чуть ли не спят в них. И что? Почему тогда их животы настолько огромны? Все верно, потому что они едят, 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 не останавливаясь. Иными словами, жрут. Иначе подобную мышечную массу набрать невозможно. И что еще сложнее удержать? Не забивайте себе голову подобной ерундой. Что действительно дает применение пояса во время тяжелого подхода? Он помогает мощным мышцам кора удерживать позвоночник. За счет чего? За счет давления, которое создается воздушным шаром внутри живота. А правильное питание и упражнение в вакуум способны удержать наш живот от выпячивания. Посмотрите на того же Арнольда или атлетов его времени. Он приседал много и без пояса, и его талия оставалась и остается одной из самых тонких в мире бодибилдинга. Почему? Как сам говорит великий человек, благодаря упражнению вакуум. И напоследок, информация для любителей обмотаться пленкой, теплыми поясами и прочей ерундой. Когда вы потеете, то с потом выходят токсины,
Когда вы, как капуста, закутаны во все, что только можно, то эти токсины поступают обратно в организм. Насколько это умно, решать вам. И для вас информация, что худеть не значит избавляться от воды, а процессы жиросжигания на фоне обезвоживания не происходят. Основные выводы из всего вышесказанного. Пояс не гарантия отсутствия травмы. Только идеальная техника способна на это. Носить пояс на протяжении всей тренировки можно только матерчатый, который не снимает нагрузки с мышц кора, а сохраняет температуру в пояснице. Использовать пояс только в самых тяжелых подходах на 3-5 повторений. Не использовать медицинские корсеты по перечисленным выше причинам. Друзья, я в своих видео и статьях даю максимально корректную информацию, с помощью которой вы можете самостоятельно строить свои тренировки. Если же у вас нет на это времени или желания, вы можете вступить в мою закрытую платную группу, где я расписываю на каждую новую неделю новую тренировку, основанную по принципу периодизации на различных типах мышечных волокон. Всем удачи, будьте здоровы, увидимся в тренажерном зале.